Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси Влог, и сегодня я хочу рассказать вам снова о погоде в нашем городе Ейске, потому что погода внезапно изменилась. Всего лишь несколько дней назад была страшная, аномальная жара, просто было невыносимо, даже под деревом было жарко сидеть в тенечке. А потом вдруг произошло немножечко похолодание, но не то чтобы стало холодно, а просто прилетели тучи, и даже сегодня с утра и днем шел такой дождик. Он вроде бы был теплый дождик, но небо было затянуто тучами, и казалось, что стало намного холоднее. А к вечеру эти тучи рассеялись. Посмотрите, у нас чистое небо, на нем плавают такие редкие облака. И самое главное, лиман сейчас тот, который я обожаю больше всего. Я люблю вот такой вот лиман, когда тихо-тихо, когда нет ветра, когда он становится чистым. Вот это самая комфортная погода. Но все же погода, конечно, стала немножечко холоднее. Было 27 градусов тепла температура воздуха и 23 или 24 градуса температура воды. И сейчас вода даже кажется, что она немножечко теплее, чем воздух. Хотя это, конечно же, не так. И по просьбам зрителей хочу рассказать, какая же у нас цена на съем жилья. Я специально подходила, спрашивала у людей, которые занимаются сдачей жилья для отдыхающих. И они мне рассказали, какие цены. Значит, самая низкая цена, какую можно найти в городе, это примерно 300 рублей за место с человека. Это действительно можно найти, но это будут весьма скромные условия. Среднюю цену можно найти 500 рублей с человека. То есть, например, номер будет стоить 1500 рублей. Потом, буквально вчера я спрашивала одной женщины, у нее, например, номера, вот номер на 3 человека от 2100, то есть получается 700 рублей с человека. Но там у них такая новенькая мини-гостиница, кондиционер, в общем, все. Там и Wi-Fi, и это почти у всех такие условия, за редким исключением. То есть цены самые разные. Ну, естественно, есть намного дороже, намного более комфортные условия, но это подороже. А так 500-700 рублей средняя цена с человека, можно найти дешевле, можно найти дороже. Вот. Также у нас уже поспела шелковица, я уже снимала видео на эту тему. Очень вкусная, очень сладкая, везде растет, ее можно срывать и есть. Только единственное, сильно пачкаются руки. А потом меня спрашивали еще, почем у нас цены на жилье, если его купить. Однокомнатные квартиры, если купить, допустим, обычную квартиру площадью, ну там 30 метров квадратных или чуть больше 30, это примерно будет стоить 1,5 миллиона. Бывают всякие студии, они стоят дешевле, бывают цокольные этажи, тоже могут стоить значительно дешевле, но минус их в том, что, во-первых, там окна не такие, как в обычных квартирах, потому что это считается как полуподвальное помещение. Во-вторых, там нет прописки. То есть вот в чем минусы цокольного этажа. А так оно может стоить очень даже дешево, и площадь будет больше. Но, конечно же, если покупать однокомнатную квартиру 40 квадратных метров и выше, и в каком-нибудь новом красивом доме, то, естественно, это будет стоить дороже, 2 миллиона и даже бывает и больше. А двухкомнатные квартиры обычно идут, если обычные там 44 метра стандартные в не очень новом доме, то можно купить там 2 миллиона, 2,5. Трехкомнат, ну, естественно, если новые дома, то все гораздо дороже. Все зависит от площади, от возраста дома. Трехкомнатные квартиры тоже можно найти и 2,5 миллиона, и 2,800. Например, лично я недавно спрашивала одну женщину, которая продает свою трешку. Она хочет за 2,800, но продать пока не может, потому что с ней торгуются, хотят подешевле купить ее квартиру, потому что квартира, дом, конечно, не новый. Дому 30 лет, но он стоит в хорошем месте, хорошая инфраструктура, все, но площадь самая обычная. По-моему, там около 70 квадратных метров. Естественно, что если квартира будет площади побольше, и дом новый, то она будет стоить гораздо дороже. Это, говорю, именно вторичка, такой старый фонд. Вот. Вот так, вот такие у нас примерно цены, потому что я не занимаюсь недвижимостью, это я то, что узнала, спросила у людей или посмотрела, то вам и сказала, потому что я вообще репетитор по математике, занимаюсь репетиторством, и живем мы сами в двухкомнатной квартире, в самой обычной, без всякого пафоса, вот у нас самая обычная квартира, 45, по-моему, квадратных метров, двухкомнатная. Вот. Овощи, фрукты у нас стоят примерно все так же. В общем-то, цены начали падать, но еще не упали слишком далеко. То есть огурцы можно купить за 20 салатные, за 50-60 маленькие огурчики. Помидоры уже за 50-60 рублей мы покупаем и так далее. В общем,
нормальные цены. Смотрите мой канал Тутси Влог, потому что здесь будет очень много интересного, все, что нас окружает, все, с чем мы сталкиваемся. Там будут и лайфхаки, и рецепты, и как я сталкивалась с мошенниками, очень интересные ситуации. Все это я снимаю. Также у меня есть другой канал Тутси Диеты и Путешествия, на нем уже 106 тысяч подписчиков, и там я снимаю в основном диетические рецепты для похудения и путешествия в разные страны. И еще у меня есть канал «Математика бесплатно», на котором я снимаю решения математических задач для школы, подробно их объясняю. Все это абсолютно бесплатно на другом моем канале. Ссылки будут в описании. Вот и все, дорогие мои. До свидания, удачи всем. И желаю вам всем хорошо отдохнуть этим летом.